Так, на сковородочку вот чуть-чуть масла налила. Сюда горошек. 35 грамм у меня зеленый горошек. Замороженный перец. Шпинатику положила еще. Помидоров. Помидоры свежие. Хотя есть и замороженные. Чуть немного просушу. И заливаем яйцом. Яйцо у меня с немного молока. Закроем крышечкой и до готовности. И вот такая красота у нас получилась. Сейчас будем завтракать. Ну вот мы приготовили с вами завтрак. Я ничего не сказала, начала прям не поздоровалась с вами. А сейчас доброе утро всем. Готовили мы завтрак. Такой вкусненький. Я добавила еще 50 грамм крабовых палочек. Кофе. Приступаем. Всем приятного аппетита. Всем привет, девчоночки. Я рада видеть вас на своем канале, где я худею с большого веса. И сегодня пятница. Отчетный день. По весу. В общем, я отчитываюсь вам по весу. Ставлю на весы. Посмотрите, сколько я на сегодняшний день вешу. Хочу напомнить, что зовут меня Тамара, я худею с веса 170 килограмм, сбросила я 53 килограмма, а вообще-то с 56, но сейчас 53, 3 килограмма набрала. Сейчас опять пытаюсь эти 3 килограмма сбросить. Вес я вам покажу немножечко позже, но хочу сказать, что там взвешивалась я в такой маечке, одевала маечку, чтобы не светить своими телесами на камеру. И поэтому там эта маечка 200 грамм еще весит. Ну, вес я досчитала, какой вот стоит на весах. Поэтому, ну, какая разница? Ну, минус маечка, это плюс-минус 200 грамм. В принципе, это ничего страшного. Вот такие вот дела. Наступила зима. Снега навалило у нас очень много. Теперь будем фитнесом заниматься, грести снег, помимо ходьбы. Покажу вам свои тарелочки. И еще хочу сказать. Так, значит, меня не будет неделю. Видео выходить, наверное, не будет. Только в телеграм-канале коротенькие что-то будет выходить. А по приезду я вам видео, конечно, будут дальше выпускать. Для тех, кто живет в Москве и Московской области, буду сначала находиться я в Люберецком районе, потом в Одинцовском. Так что, кто желает, может быть, в телеграм-канале или по ватсапу, пишите, встретимся. Если будет на то время, встретимся. Во вторник это точно нет, а понедельник и другие дни можно встретиться. Еще я хочу посетить Арбат. Поэтому вот как-то так. Получится или нет, но желание такое есть. Смотрите, вес. Мой вес на сегодняшний день 116 900. На прошлой неделе было 117 ровно. Ну, 116 900, еще минус 200 грумайка, как раз 116 700, если вот так. Я потом взвесила, что 16 700 получилось. Завтрак, обед. Обед не получился. У меня я не сняла, как-то забыла. А завтрак и ужин именно сегодняшний у меня есть. Так что смотрите, девчоночки. Подписывайтесь. Кто желает, пишите. Встретиться, поболтать. Я всегда за. До новых встреч.
Так, взвешиваемся. Поставим на нули. Ну, 116 900, а на той неделе было 117. 100 грамм, но ушло. Так, девчоночки, на ужин у меня рыбка и салатик. Рыбка, это не горбуша, это я не помню, как называется. На ГЭК, по-моему, что ли. Ну, семейство. Но более жирненькое. Что еще сделала? Это, конечно, не на ужин, а просто сделала в дорогу себе ппшные печенюшки. Так, вот все, что хотела вам показать. Поэтому, на обед я вам не показала, потому что забыла снять. На обед у меня был салат с крабовыми палочками. Помидором, яйцом и крабовые палочки. Он как-то называется, с чесночком. Ну, очень был вкусненький обед. Так что всем приятного аппетита. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. До новых видео.